Меня зовут Светлана Думич. Поделись, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем матче, о турнире. Насколько мне известно, ваш сегодняшний мяч был не сильно успешным, и у вас проблематичные сейчас шансы выхода плей-офф. Но вот как ты расценишь эту ситуацию? Что случилось? Чинили, ничего не случилось, просто новая команда. Ну, вы знаете, вообще девочки приехали с очень позитивным настроением на игру. То есть все были заряжены очень хорошим настроением. И самое, мне кажется, самое главное для команды – это атмосфера внутри команды. То есть с тем настроем, с которым мы выходили, мне казалось вполне выигрышным. Вот. Я считаю, самое главное, как говорится, проигран бой, но не проиграна война. Поэтому я считаю, мы поборемся и сделаем все, что в наших силах. И самое главное для меня, чтобы команда оставалась командой, чтобы в ней царила гармония, взаимопонимание, и чтобы все друг друга поддерживали. А проигрыш для меня – это не поражение какого-то большого масштаба. Я считаю, что мы можем лучше, и мы будем это доказывать. Она очень доброжелательный, организованный человек, и я считаю, что она, в принципе, вполне подходит к должности капитана. Ну, она, к тому же, талантливый человек. К тому же умелый человек. Да, она работает в очень разных сферах, то есть помимо футбола у нее есть разные направления. И я считаю, именно этим, возможно, она может девочек тянуть как-то вверх своими какими-то другими достижениями, то есть показывать пример. Тогда в качестве легкого подарка, легкого утешения. Наш кинопроект «Россия с нами не пропадет» скоро, видимо, будет проводить свой собственный кинотурнир. Ваша команда будет туда приглашена, независимо от вашей результативности, независимо от вашей успешности в других футбольных турнирах. Я поняла, это очень здорово, спасибо большое. И тебе спасибо за интервью.